Здравствуйте, подписчики моего канала, на канале Чека Браса, здравствуйте. Сегодня мы будем альтернативить вот этот белый боевой. Все хорошо, да, принеслась. Ты заказывай, вот в чем прикол, да, в больнице, в веком деле. Давай, ну. Так вот здесь вот. Так, вот это так аккуратно. Батарейки появились, надо ввести код 53. Так, сколько нам? 53. 64. Батарейки подключены, отлично. Так, теперь вот здесь вот. Теперь вот здесь вот, блин, что с тобой? Ну понятно, есть четвертки, доктор никто, да. Давай. Вот апартаменты. Первый эпизод «Странные соседи». А, блин. ЗБС-ка у меня эвалитировала. Я говорю, ну, понятно. Да просто ноги. Ничего примечательного, говоришь, Ирдана. Сейчас заберем пуль. Помните сана. Блин, гизма. Так, куда идти? Так, игру мы можем найти только в одном месте. Так, ладно, окей. Так, хотелось сало.
разговаривать не будем. Отметили. Вот. Кстати, тут темный секрет есть. Я лезу, так скажешь, да, на крышу посидит. Привет, Лиза, привет. Как дела? Так. Как можно отвечать, сколько знаешь, у меня есть сын. Здорово, палец, я вот и говорю, да. Скажу, поздоровай, отлично. Класс, спасибо. Кто-то говорит, ну да. Какая-то забагованная, ну, для нас. Так, привет. Так, вот это. Пока что я почитаю.
Хера ты сидишь уже, блин. Ты слышишь, блин. Ай, блин, сейчас, короче... Так, в какой-то надо было попасть. Блин, я не знаю, ты... Так... Поехали. Так, 504. Так. Да не забегу, она просто что-то как-то странно, дверь она закрыта. Не знаю, что-то сказано, зайти 54-й. Сейчас пойдем, короче. Очень не помочь. Да нет, сейчас, подожди. Ну вот. Я буду присмотреть за ним. Ну, мне кажется, по-моему, сейчас скрывает. Да блин, сейчас... Да уж... Короче, я вам сказал, наверное, этот джип не так просто получить, блин. Так, теперь нам надо на третий. Так, окей. Давай, 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 давай. Удачно.
Заперю на ключ, блин, с собакой. Смотрите, что будет. Да.
пошли, 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 пошли. Типа на телевизор. Just...
как там с Нариной говорить. Тысячи запретов, все третьи даже не видел, наверное. Угу. И ты проедешь со мной? Ну давай. Давай. Хочешь поменяться? На этих четвертых. Бери. Так, пошли. Здесь что-нибудь есть? Все хорошо, я тебя не трону. Правда? Дай мне сделать в этом сели. Сиза, я забавное имя. Ты меня не боишься в этом сели? Конечно же нет. Хорошо, а почему у тебя на голове торчит два котика? Значит, только девочки глупые. То есть, скажу, что почувствую. Ты девочка, мы не должны сказать. Я никогда об этом не задумывалась. А ты забавный. Почему ты плакал? А люди все убегают от меня, когда я пытаюсь заговорить. Я очень одинокий. Понимаю, порой бывает одиноко, тяжело быть. Нет, не одна тут. Вот смотрите, вот.
Девочки, смотрите. Эй, девочки, ты здесь? Да пэх, ядрит Мадрид, иди ты. Иди ты нафиг. Играть. Не заработал, не здесь. Так, первый уровень кладбища. Так, на грубе. Да, отвергнут. Ну, хрен. Япон. Так, открываем. Двор. Да блин, цепей, наверное. Печели. А, я понял. Так. Я обломал ее. Тогда да понятно, блин, перепились тут все. Так, лестница наверх. Она же волкуешь. Отлично, пошли. Идем в кабинет. Двигаемся подряд просто. Так где ключ есть, алло? Да блин, да подожди ты, цепись. Картинка. Да. Отлично. Не знаю, как тут. Ну, комната. Который прятал сирену и вернулся мне. А теперь мы выходим из тьмы. А вот это девочка 54.
как будто тайна смерти. Ну вот. Жена погибла, и он повесился. Она отвернула меня за зорь. Ее сердце мне переполнилось, от прежней любви уже ничего не осталось. Что если бы конец жизни стало слишком тяжелым грузом для меня? Пожалуйста, простите меня. Это, скорее всего, отец мой. Где ты нашел эту игру? Я нашел внизу довольно странная игра. На ней нет никаких обозначений. Она мне кое-что напоминает. В чем дело? Я не могу. Прости, пожалуйста, оставь меня. Ну вот так вот, друзья мои. Черт. Говорит Салли, да. Мы получаем достижение до мужества. Вот так вот, друзья мои. Раскрыта тайна смерти Мэг. Вот так вот, альтернативные эпизодики. Салли Фейс, эпизоды. Кому видео понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. С вами был Жигрош. Всем пока-пока.